Добрый день, друзья! Сегодня воскресенье, как раз время поработать. Самое лучшее. В воскресенье надо работать. Поэтому мы с вами сейчас сделаем следующее. Мне для следующей сценки нужен кот, но немножко другой. Не такой милый, как у нас уже есть с вами. И мечтите. А вот примерно вот такое. Сейчас покажу. Где у меня десктоп? Вот мы его сюда сейчас. Вот такое. Так. Мы видим, что у него тут такие шарики. Да? Четыре получается. Раз, два, три, четыре. Голова пятая. Это выпечка для торта. Ну, мы с ним сейчас сделаем какой-нибудь такой, знаете ли, хороший катавасию сделаем. Нам надо, чтобы как бы он у нас имел длинную шею и подлиннее лапы, чтобы больше было возможности его анимировать. Ну и посему мы, наверное, поступим следующим образом. Так, скажем, на 3. У меня почему-то иногда не срабатывает. Коп возьмем. Дипмод. М. И скажем. Центр. Можно выделить отдельный объект. Вот этот. Вот. Зинговерт. Но иногда он у меня не работает почему-то. Я не знаю, ребят, почему, но не работает. Так, ну давайте мы займем сейчас Е, этот вот сразу же, да. Е сделаем, то есть мы используем наш любимый скин, поначалу я его прям ненавидел, но сейчас спустя какое-то время я начал понимать, что с ним можно работать. Так, ну давайте теперь сюда потянем. Так, допустим, шея гордая такая будет у него, так. Этот, наверное, мы сейчас с вами чуть уменьшим. Все-таки это кот, но не так. Окей. Далее. Делаем следующее. Е. Вот сюда. Сверху лучше посмотреть. Мы видим, что уже закатали. Угу. Вот так. И сразу же теперь скажем, что мы бы хотели его применить к нему модифер. Модифер называется зеркало, mirror. Вот, вот так, только mirror перенесем наверх, чтобы он более упорядоченным был. Так, ну естественно, там колено-то будет, да? Давайте еще раз посмотрим теперь с этой стороны. И потянем вниз. Е. Ниже. Вот. Так идет, а потом еще раз Е. Так. И еще раз Е. Вот. Это будут задние ноги. Хорошо. Так. Из этого мы будем вытягивать хвост сейчас. Е. Еще раз Е. Еще раз Е. Еще раз я. Такой длинный хвост. Так, здесь нам необходимо сказать subdivision. Вот так. И эту точку G передвинуть ближе к по Y. Ближе вот сюда. Потому что отсюда мы потянем тоже. Опля, тут мы не усмотрели за этим. Так, извиняюсь.
Надо было поставить троечку вот так. Тогда все было бы верно. Е. Вот так длинный хвост будет. Все отлично теперь. Далее вот этот и этот. Мы говорим Ctrl, о, не Ctrl, а будем Subdivision. И двигаем вот этот пунктик G по Y. Это мало. Вот сюда. Так. И то же самое делаем. Е. Раздвигаем. Вроде нормально. И С. Вернее, этот троечку. Дальше пойдет опять Е. Такая же нога примерно. И вот так. Я думаю, головы не будем делать. Потому что потом для ригинга там начинает уши вылазить, отдельные части и так далее. Поэтому я уже привык, что у меня с этим по-другому. Ну вот примерно такой остов у нас, да? Теперь давайте делать следующее. Если я, допустим, возьму вот эту часть и скажу Ctrl-A, то мы явно можем ее, конечно, увеличить до определенного момента. Потом начинается всякая ерунда. Ну, надо быть к этому готовым, ребят. Это все-таки скин, да? Посему, хотите, не хотите ли, но он так себя проявляет. Отлично. Тогда мы сделаем следующее. Мы пойдем сюда и скажем еще кроме Mirror, да, мы возьмем еще и Subdivision Surface. Вот. Subdivision Surface, мы сейчас начнем все это увеличивать. Так. Здесь тоже. Смотрим сбоку. Alt, Ctrl-A. Вот так. Старайтесь, чтобы меньше заломов было. Здесь тоже Ctrl-A. Вот. Ну и здесь Ctrl-A. 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 Не надо такого делать. Не знаю, уменьшить здесь или нет. Так, вы знаете, я такой, что он все-таки длинноватый получился у нас. С одной стороны, хорошо. С другой не очень. Поэтому давайте-ка мы сейчас это выдвинем и скажем G по Y, пока не поздно. Ну, так, вот так будет оно лучше. И вот это G по Y немножко уменьшим, да? Вот так, вот до такого состояния. Так. И здесь наверх потянем G. Ну, тоже здесь сделаем. Ну и здесь, соответственно, чуть поменьше. И сюда.
пускай она такая будет. Наша киська. Чуточку джи. Немножечко меньше. Вот так. В итоге мы получили неплохую кошку, я вам скажу. Совсем неплохую. Единственное, что джи по иксу. Похоже, что лучше не трогать. Но так сложилось уже. Но эту часть нам надо поднимать. У нас горбатенький получился. Но это как раз не проблема. Мы можем его... Так, сейчас попробуем. Если мы все выделим. И попробуем его подвинуть. Это будет G по X. Ну, вот этот схем такая вещь, что лучше это в другом месте сделать. Правда? Давайте мы пойдем вот сюда. Скажем, что мы хотим все выделить. Но он не даст нам это сделать, потому что нам надо перейти в объект мод. И вот теперь все play. Так, отлично. Теперь мы можем вот это отключить, оно нам не надо. Ну и пошли. Сдвигать, конечно. Так, сейчас. S по Y. Да. Вот. Ну, теперь это другое дело. Это уже другое дело. Так. Далее мы можем пойти сюда и сказать, что... Немножечко его отмодифицировать, потому что он все-таки edit mode, видите, совсем. Ну нет, в общем-то он выглядит очень хорошо. В принципе, должен получиться, если мы пойдем сейчас с вами объект выделим, пойдем в скульптинг. Так, и попробуем вот это место выдвинуть с эластичной формой. X включим, чтобы у нас перекосов не было. Вот. А здесь так аккуратно спинку прогнем. Тогда у нас все получится красиво и хорошо. Ну-ка. Ну да. Такой немножко толстоват он должен быть у нас. Это будет кот. Поэтому все правильно, хвост у него должен быть гордостью его. Зажмем. Так. Все. Угу. Смотрим еще раз спереди. В принципе, все готово. Чуть ниже сделаем. Здесь чуть увеличим. Здесь подвинем. Готово. Что со временем у нас? 14 минут. О, быстро стал. Хорошо. Переходим в объект. Берем с вами, лучше всего мы возьмем с вами, так, мы берем выделение, мы возьмем mesh под названием круглый кубик. Нравится он мне.
Ставим здесь один. А здесь 16. Вот так. Чтобы он был готов уже к тому, что мы с него будем делать голову. А почему ты не встал как правильно? По оси. Икс 0. Игрек 0. Вот так. Сетапская будет. Так, смотрим сбоку. Тащим. Делаем или круглую, или немножко приплюснутую. Давайте попробуем приплюснуть. С по Z. Да, приплюснутая будет голова лучше, конечно. Ну, до этого, давайте сделаем Shift D. Потому что нам кругленькие пригодятся. Так. Пока в сторону. Это мы придавливаем чуть-чуть SPZ. Так. Так, теперь берем вот это S. Уменьшаем ее. Смотрим. G. Вот сюда. Наверное, поменьше. И сюда G. И тоже делаем Shift D. Поставим, это будет подбородок, еще нас надо сделать. Так. Смотрим. Идем. В скульпт. И давайте поработаем все. Так. Так. Где-то вот так вот, да. Не страшно, если он будет не похож на этого кота, это еще и лучше. Вот такой, да. Теперь идем в объект мод. Немножко отодвигать. Хотя, может быть, и не надо отодвигать. Ну, сейчас посмотрим. Давайте мы сделаем следующее. Мы сейчас к нему применим Mirror. Mirror. Да, и не надо ничего. Все отлично получается. Так, теперь смотрим, где у нас еще один шарик. Давайте мы его уменьшим. И тащим сюда G. Чуть побольше. И идем в скульптинг. Скульптинг сбоку. Немножечко ее вот так делаем. Подлиннее немного. И вот так. Да. Я вот думаю, что вот все это хозяйство надо опускать. Вот. Это. Давайте попробуем. Сбоку опустим. Ну да, где-то так. Только поглубже. Втянуть. Поглубже втянуть. О, да. А этот, наоборот, вытянуть. Можете увеличить чуть-чуть. Так. Да, похож.
Так, а дальше вот этот берем Shift-D, Shift-D, перемещаем его наверх, вытаскиваем. Чтобы не похож был на собаку. Сейчас мы сделаем такой носик более-менее симпатичный. Так, он у нас не в середине. Опа! Не в середине. Поставим середочку. X0. Или пускай такой будет. Пошли. Скульптинг. Давайте мы его будем сейчас делать вот таким. Ну, плохо, что мы не поставили назад. Что не поставили X. Ну, такой вот. Кто кривоватый получился у нас. Что-то мы тут схимичили непонятно. Так, ну-ка сейчас отключим X. Перейдем вот в этот. И сделаем так, как нужно. Вот так. Да? Нормально. Так, и теперь глаза и уши. Осталось. Ну, глаза, я не знаю, делать такими продолговатыми. Что-то мне не особо хочется. Давайте поставим пока круглые, там посмотрим. Опять же, это где у нас тут? Возьмем вот эти глаза. Не эти, конечно. Со временем 23 минуты. Ладно, продолжим в следующем видео. Стоп.